В ближайшие 2 года в Невском появится свой лофт-проект. В городе планируют создание 7 креативных кластеров. Новые пространства, которые можно будет разбить на выставочные и репетиционные залы, магазины, кафе и многое другое, появятся в Петроградском, Василеостровском, Фрунзенском, Невском, центральном районах города, а также в Кронштадте. В центральном районе таких зданий сразу 3. 2 из них находятся на территории Апраксина двора, который ждет реконструкции. Предложение по адресам сформировал комитет по инвестициям. Здания выбирали экономно, они не требуют дорогостоящего ремонта. Арендаторы получат их за символическую сумму в 1 рубль в год. Что касается Невского района, там новый кластер появится в складском помещении на проспекте Елизарова, 45.